Давайте ехать прямо. Вот, Задонск. Продолжайте ехать прямо. Задонск. Высокие, как в Киргизии. Прям что-то напоминает, да? Да. Угу. Как что-то вот так. Ну да. Не как проживает с кого-то. Вон они. Вот что хотел монастырь этот. Справа, слева? Справа. Там? Сверкает. Купола. Угу. Подземный переход между ними. Поверните налево. Торговый комплекс и рядом. Вы приехали на место. Да вы что? Угу. Красиво. Смотри, там остановится. Встанет красиво. Да? Да. Сейчас надо ну, пути. Так. Да. Сейчас вот там он проедет, там, наверное, мост должен быть. Угу. И справа вот монастырь какой-то. Угу. Ну, я же говорю там. Ну да, ну центральные улицы, видишь как. Хотя они вот, ну, более-менее южные города, конечно, они аккуратные. Все-таки здесь больше лета. Ну а что, если знаешь, меньше вот этих всяких проблем таких зимних. Там, ну там немножко было видно. Ну, я думаю, что хватит.